Конец авторынку или нет? Итак, сегодня попробуем разобраться, что же ожидает автомобильный рынок России и, конечно же, самый крупный, самый большой авторынок в стране – авторынок «Зеленый угол». Как многие уже слышали, с 1 августа 2023 года повышается утилизационный сбор на автомобили, которые возятся из-за границы. Как вообще возятся автомобили? Основная часть везется на физических лиц. Физлицо – это человек, на кого привезен и растаможен автомобиль. Очень большая часть автомобилей возится на перепродажу. И если вы покупаете автомобиль уже привезенный, то договор будет от физлица. Если автомобиль везется на вас, то таможится он тоже на вас. Вы становитесь первым собственником, то проблем никаких не возникает. Но, самое интересное «но», если мы сейчас привезем автомобиль на вас и растаможим его на вас, вы его не сможете продать. Вы должны поставить автомобиль на учет, отъездить год, ну или он у вас просто простоит где-то в гараже, на стоянке, и только после этого сможете продать автомобиль. Если вы все же захотите его продать, то вы заплатите кругленькую сумму в размере около 500 000 рублей. Да-да, именно 500 тысяч рублей за самые популярные автомобили с объемом двигателей от 1 литра до 2 литров. То есть, если сейчас вести автомобиль не в собственное пользование, а на перепродажу, то будьте готовы заплатить 500 тысяч рублей. Соответственно, друзья, если мы все правильно поняли, если мы все правильно интерпретировали, то авторынку конец. Такие деньги платить никто не будет. Для наших клиентов, кто везет автомобили в личное пользование, это никак не коснется. Вы заказываете автомобиль, мы его привозим на вас, мы его растамаживаем на вас, утилизбор составит прежние 5000 рублей, и вы спокойно ездите. Но можете продать автомобиль, спокойно ездите, но сможете продать автомобиль только через год. Через год вы платить ничего не будете. Кто от этого пострадает? Как было сказано, авторынки, и пострадаем от этого лично мы. Мы в том числе возили автомобили на продажу. Теперь будем больше возить на заказ. Ну и, конечно, есть хорошая новость. У нас станет больше работы. Люди перестанут ехать за авто и будут больше заказывать. Что касается заказа авто из Японии, и так было много мошенников, недобросовестных компаний, которые скрывают от вас настоящие расходы, какие-то скрытые комиссии по Японии и многое другое. Сейчас, друзья мои, их станет еще больше. На днях мне позвонил человек, который не стал нашим клиентом, похвастался, то, что ему привезли автомобиль с Японии за 20 тысяч рублей. То есть комиссия компании составила 20 тысяч рублей. Мы ему просчитали автомобиль, оказывается, его просто надурили на 170 тысяч рублей. Но самое главное, комиссия компании 20 тысяч рублей. В общем, не попадайтесь на уловки. Мы предоставляем информацию, вплоть до информации с личного кабинета. Мы отчитываемся перед вами за каждую копейку. Мой телефон указан в описании канала и под этим видео. На звонки отвечаю только я. Если вы до меня не дозвонились, пишите мне на WhatsApp. Ну и, конечно же, это ударит по всем продавцам и, ребят, это просто ударит по обычным людям, кто всю жизнь зарабатывал как мог, возил автомобили. Рынок «Зеленый угол», скорее всего, просто прекратит свое существование. Такова сегодняшняя реальность. Есть у меня еще одна хорошая новость. Автомобили под заказ из Японии станут реально дешевле. Продавцы просто перестанут их покупать. Продавцы уже перестали их покупать. То есть сейчас спрос на японские автомобили в Японии он уменьшился. Японцы начнут отдавать автомобили дешевле. И также есть еще одна не очень хорошая новость. Автомобили, которые уже завезены сюда, в Россию, они дорожают прямо на глазах. Вот такие, друзья, новости. Я вам напоминаю, мы автомобили проверяем во Владивостоке, во всем, в принципе, Приморском крае. И, конечно же, возим автомобили с аукционов Японии. На сегодня будем заканчивать. Всем хорошего настроения. А может, пронесет.